Самые натуральные капли от множества недугов, которые можно приготовить самостоятельно дома. Их достаточно принимать один раз в день по чайной ложке. Чтобы навсегда забыть о гипертонии, боли в сердце, головной боли и боли в суставах. Записывайте рецепт. Предлагаем вашему вниманию рецепт капель ВКПБП. Почему именно так они называются, сейчас мы вам это объясним. Валериана способствует расширению коронарных сосудов, нормализует кровообращение, усиливает моторику кишечника и подавляет бродильные процессы в нем, служит успокоительным средством при бессоннице, неврозах, а также снимает спазмы ЖКТ. Валериана помогает при лечении щитовидной железы. Ее препараты показаны при эпилепсии, шизофрении, астме, мигрени и спастических запорах. Конский каштан укрепляет кровеносные сосуды, понижает вязкость крови, препятствуя образованию тромбов, а также защищает от инфаркта и инсульта. Повышает холестериновый обмен, устраняет воспалительные процессы в организме. Положительный эффект оказывает при лечении геморроя, тромбофлебитов, варикозного расширения вен при атеросклерозе. Применяется также для лечения желчного пузыря, при воспалительных заболеваниях кишечника, при заболеваниях сердца, печени, белокровии, одышки и при аденоме. Пустырник. Настойка пустырника применяется при всякого рода волнениях, истерии, неврастении, сердечной слабости, сердечных неврозах, стенокардии, кардиосклерозе, гипертонии, импотенции и при синдроме Меньера. Боярышник. Понижает возбудимость сердечной мышцы, улучшает коронарное и мозговое кровообращение, снимает тахикардию, аритмию. Снижает кровяное давление, хорошо помогает при бессоннице, головокружении, пион. Нормализует сон, работу желудочно-кишечного тракта, повышает кислотность желудка, применяется при коликах кишечника, язвенном гастрите, поносах, эрозиях и раке матки, геморроя, сотрясении головного мозга, головных болях, параличе, эпилепсии. Настойки всех этих растений можно приобрести без рецепта в аптеке. Кроме того, вы можете использовать спиртовые настойки, которые приготовили сами. Как делать и принимать эти капли? Необходимо смешать все вместе в равных пропорциях в одну емкость и принимать по 50 капель один раз в день за 30 минут до еды. Эффект превосходный и не нужны дорогостоящие медикаменты. Это действительно работает. Уже через несколько дней приема вы почувствуете себя лучше. А через месяц ваш врач не поверит своим глазам, давление придет в норму, вы полностью восстановитесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Всего доброго!